Итак, друзья, это четвертый блок туровой группы Киров. Собственно говоря, мы подводим итоги нашей викторины, нашего спора с Константином, в рамках которого мы спорили, соберет ли наш альбом за двое суток более 500 лайков. Константин говорил нет, я говорил да, и, собственно говоря, пришло время узнать. Мы узнали и увидели, что альбом собрал 490 лайков. И Константин, собственно говоря, выиграл. Ура! Итак, мы ведем репортаж из Берлина, где мы немного решили пошопиться. Для этого мы взяли небольшую корзинку, ну, купить шарфик, шапочку Максиму, потому что он кедики, без шапки мерзнет. Кеды. Мы отправляемся в наш шопинг-тур. Рохом пахнет, нахуй! I want to. Come on, bitches! Аллилуйя. Ты что стоишь с каким-то голландским говном? Somebody that's in the snow. That's good for me. Достоинство, богатство, мохнатый шмель и я. Пиздата, да? Это Голландия. А он, видишь, вдалеке какое-то табло горит. Ага. Кстати. Там это какой-то стадион. Это табло проебанного матча «Зенита», на котором мы пососали у ПСВ. Как мы с Игорем Беленко решили сыграть партию в нарды. И вот сейчас, когда шансы у каждого игрока примерно одинаковы, возникает спорная ситуация. Кто же в конце концов раньше заведет в дом все шашки? Эта партия войдет в историю как нарды в Дюссельдорфе. Историческое событие, будут говорить. Играли же Львов и Беленко. Дюссельдорфская партия. Дюссельдорфская партия барабанщиков. Да.